Здравствуйте, это программа «Экстренный выезд», в студии Георгий Разуваев. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах. В сегодняшнем выпуске. Полиция предупреждает, не дайте себя обмануть. Мошенничества совершаются практически ежедневно. От действий злоумышленников страдают в основном пожилые и одинокие люди. С 9 декабря в Наукограде сотрудники госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус и такси». Они направлены на стабилизацию и снижение аварийности на территории Обнинска. 12 декабря произошло возгорание на улице Белкинской. Совместными усилиями пожарных, сотрудников управляющих компаний и местных жителей пожар быстро потушили. Это и многое другое смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. Пенсионер из Обнинска стал жертвой интернет-мошенничества. Со слов потерпевшего, злоумышленники под предлогом продажи зимних тактических брюк завладели его денежными средствами в сумме более 4000 рублей. Как было установлено, звонки осуществлялись с телефонного номера, зарегистрированного в городе Москва. Рекламу данного товара стоимостью 99 рублей заявитель нашел в интернете и оформил заказ, позвонив по указанному номеру. Когда посылка была доставлена, вместо двух зимних брюк обнаружил две пары трико и пакет с песком. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в дежурную часть полиции. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осторожными при покупке товаров различного вида через интернет. Утром 5 декабря в рыбном магазине, расположенном по улице Гагарина, произошла кража. Выручка прошлого дня, хранившаяся в холодильнике, пропала. Следов взлома на месте обнаружено не было. Общая сумма похищенного составила 39 тысяч 900 рублей. В ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам. Также в минувший четверг на Киевском шоссе в районе деревни Мишково был найден бесхозный автомобиль. Машина марки «Део Ланос» находилась в кювете. Предположительно, со среды. Хозяева автомобиля пока не установлены. В этот же день около часа дня на пересечении Пионерского проезда и улицы Кутузова случилось дорожно-транспортное происшествие. Девушка, управлявшая учебной машиной марки «Рено», выезжая с Самсоновского проезда, повернула направо и резко затормозила перед перекрестком. В это же время водитель джипа «Компас» не рассчитал дистанцию и врезался во впереди стоящее авто. Очередное ДТП случилось на парковке по проспекту Маркса в районе магазина автозапчастей. По словам автоледи, хозяйки «Рено», перед выездом с парковочной зоны она предварительно осмотрелась и только потом начала сдавать назад. Дама утверждает, что второе авто появилось внезапно, и она не успела затормозить. Однако водитель «Вольво» говорит об обратном. Кто виноват, а кто прав, выяснят сотрудники госавтоинспекции. Около 16:00 вечера в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве. Жительница дома номер 57 по улице Гагарина рассказывает, что к ней пришли две женщины и представились сотрудницами пенсионного фонда. Они рассказали пожилой горожанке о том, что сейчас проводится замена денег на новые купюры. Поверив мошенницам, пенсионерка достала свои сбережения в размере 60 тысяч рублей и отдала псевдоработницам, которые, в свою очередь, поменяли их на билеты банка приколов. В этом деле предстоит разобраться блюстителям правопорядка. С 9 декабря в Наукограде сотрудники госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус и такси». Они направлены на стабилизацию и снижение аварийности на территории Обнинска. Участие в проверочных мероприятиях приняли и представители Общественного совета города. В рамках данного мероприятия мы осуществляем контроль за техническим состоянием транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Также в рамках данного мероприятия проверяется путевая документация, наличие отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра в путевой документации и отметки о прохождении предрейсового контроля технического состояния. Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции осуществляют контроль за режимом труда и отдыха водителей общественных транспортных средств. С автовладельцами проводятся профилактические беседы.
Особое внимание уделяется тому, как происходит перевозка детей. В салоне автомобиля такси обязательно должны быть детские удерживающие устройства и детское кресло. На данный момент проверено 20 единиц транспорта. Выявлено одно нарушение. Это отсутствие огнетушителя. Чаще всего выявляются нарушения. Это техническое состояние транспортного средства, отсутствие путевой документации, ну я имею в виду отсутствие при себе страхового полиса. Ну и в принципе это вот самые выявляемые административные правонарушения. Осмотрели в этот день блюстители дорожного правопорядка и общественные транспортные средства, маршрутные такси и автобусы с целью устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также выявление и пресечение фактов нарушения правил дорожного движения. Также мы осуществляем контроль на конечных остановках, на автостанциях, за техническим состоянием, чтобы не задерживать на большое количество времени данное транспортное средство. Сегодня задействовано 2 сотрудника отделения дорожной инспекции и технического надзора, а также еще 3 наряда сотрудников ДПС. Это 6 сотрудников ДПС. За первые дни проведения мероприятия проверено 139 транспортных средств. Составлено 19 административных материалов. 5 из них в отношении должностных лиц за неиспользование тахографов и эксплуатацию транспорта с техническими неисправностями. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В минувшую пятницу было совершено вскрытие фуры с прицепом «Вольво». Это обнаружилось в субботу утром. Водитель грузовика припарковался на стоянке около дома номер 30, расположенного на Киевском шоссе, и лег спать прямо в транспортном средстве. Проснувшись утром следующего дня, мужчина обнаружил пропажу телефона и 4000 рублей из кошелька. Сотрудники правоохранительных органов, приехав на место, обнаружили, что машина вскрыта. Детали происшествия устанавливаются. В понедельник 9 декабря случилось дорожно-транспортное происшествие. Автоледи, управлявшая автомобилем марки «Лада Ларгус», выезжала с улицы Борисоглебской на проспект Маркса. Резко затормозив, дама пропускала поток по главной дороге, а вот водитель, двигавшегося следом «Киа», не рассчитал дистанцию и стукнул впереди стоявший автотранспорт, повредив его заднюю часть. В последние годы для безопасности на дорогах Наукограда сделано было много. Сюда входит установка светофоров и дополнительного освещения на пешеходных переходах, создание приподнятых пешеходных переходов, установка заборов вдоль проезжей части. Проводились и профилактические мероприятия, направленные на усиление безопасности транспортных артерий города сотрудниками дорожной инспекции. Об этом в понедельник говорили на планерке главы администрации Обнинска. О заборах и лежачих полицейских часть жителей города отзывается без особого энтузиазма. Ограждения не любят и пешеходы, и водители. К лежакам неприязнь в основном у тех, кто за рулем. Зато дополнительные фонари и приподнятые переходы тепло приняли почти все. Новые пешеходники хорошо себя показали. В Обнинске там пока не сбили ни одного человека. В 2020-м работа по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах будет продолжена. Например, за средства городской казны запланирована установка дополнительных светофоров типа Т7. На нерегулируемых пешеходных переходах. На некоторых улицах светофоры оснастят звуковыми сигналами. Много внимания будет уделено улице Борисоглебской. Есть предварительные договоренности с Министерством дорожного хозяйства Калужской области, что за счет средств областного бюджета у нас будет установлено 2 светофорных объекта на улице Борисоглебской. Это один в районе улицы Славская, улица Боровская, и второй перекресток улицы Борисоглебской, улицы Икадолия. Помимо этого, в городе планируют разместить умный светофор на пересечении улиц Королева и Лишенко. Если этот объект регулировки движения себя хорошо зарекомендует, такой же появится и на пересечении улицы Цветкова с проспектом Ленина. До конца года должно быть установлено за счет средств областного бюджета, и они будут ими же эксплуатироваться, 2 камеры видеонаблюдения, которые контролируют и скоростные, и другие нарушения на данных участках. Это в районе того же самого, на улице Борисоглебской до конца года должен стоять такой объект, и один объект на улице Энгельса Аксенова. На 2020 год запланирована установка еще 3 таких комплексов в местах, где ДТП происходит больше всего.
Владислав Шапша поручил дополнительно рассмотреть возможность организации еще одного пешеходного перехода на улице Комарова, около 11-й школы. Некоторое время назад этот вопрос обсуждался в социальных сетях. Надо рассмотреть вместе с ГИБДД на комиссии еще раз и сделать там, наконец, организованный пешеходный переход. Если нужно его сделать приподнятым, давайте сделаем приподнятым. Если нужно поставить ограждение вокруг, чтобы люди мимо него не ходили уже, да? Тоже это нужно сделать. За последние 5 лет травматизм на дорогах Наукограда заметно снизился, утверждает сотрудник ГИБДД Алексей Суганяев. По словам Владислава Шапши, в городе многое делается для того, чтобы дороги стали безопасными, и работу в этом направлении обязательно продолжат, в том числе на вновь присоединенных к Обнинску территориях. В первую очередь это касается улицы Борисоглебской. С одной стороны, прекрасная дорога магистральная для города, для новых территорий, которые у нас застраиваются. А с другой стороны, несоблюдение скоростного режима создает серьезную угрозу и для пешеходов, и для тех, кто там на остановках стоит, и даже дальше машины у нас улетали. Поэтому и приподнятые пешеходные переходы, и светофоры, все это должно вместе сыграть существенную роль для улучшения ситуации на этом отрезке дороги. На территории бывшей деревни Белкино также необходимо сделать места перехода через автомагистраль безопасными, отметил градоначальник. Было поручено начинать проектирование тротуаров. Там все сильно изменилось за время нахождения в Боровском районе. Надо все это привести в порядок. Давайте поставим себе задачу в этом году запроектировать работу, чтобы в следующем году мы могли по программе или региональной, или средств местного бюджета, или федеральные средства привлечь, но сделать уже там и нормальные пешеходные связи, нормальное освещение и нормальную безопасную дорогу. Тем не менее, ответственность за свою жизнь несет и каждый участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель. И здесь уже никакие меры безопасности в виде заборов, лежачих полицейских и светофоров не помогут, если человек ведет себя безрассудно. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Утром 11 декабря в Обнинске в районе северного выезда из города произошло ДТП. Владелец внедорожника марки Nissan, двигаясь по проспекту, не уступил дорогу иномарке BMW, водитель которой выезжал с улицы Курчатова. На некоторое время движение на данном участке дороги было временно запрещено. В 14:10 авария случилась на проспекте Маркса 48. По предварительным данным, водитель за рулем пикапа марки Nissan снизил скорость перед автомобильным затором. А вот следовавший за ним владелец иномарки Hyundai, видимо, не успел среагировать на сложившуюся ситуацию и по касательной задел машину. К счастью, и в этой ситуации никто не пострадал. Ближе к вечеру за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина. По словам потерпевшего, когда он выходил из магазина, то в связи с проблемами со здоровьем потерял сознание. Когда гражданин пришел в себя, то обнаружил, что у него пропали документы, деньги и плеер. Заявитель подсчитывает ущерб, а вот стражи порядка проводят необходимый сбор информации. Сообщение о краже в этот день поступило от представителей одного из сетевых магазинов техники и электроники. Со слов сотрудников, из торгового зала пропало 2 игровых приставки. Просмотрев камеры видеонаблюдения, выяснилось, что еще 29 ноября неизвестный молодой человек подошел к стеллажу, сложил 2 товара в пакет и, не оплатив, вышел из магазина. Противоправные действия злоумышленника никто не заметил. А вот закупочная стоимость одной приставки около 18 тысяч рублей. В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания «Обнинск ТВ». 12 декабря произошло возгорание на улице Белкинской. Совместными усилиями пожарных, сотрудников управляющей компании и местных жителей пожар быстро потушили. Около 2 часов дня из окон 3-го подъезда дома номер 6 по улице Белкинская вдруг повалил дым. Как выяснилось позже, загорелся мусоропровод. На место происшествия прибыло 2 экипажа пожарных машин. Пока не приехали пожарные, местные жители пытались справиться с возгоранием собственными силами с помощью пожарных рукавов, которые имеются на каждом этаже. К тушению огня подключились и сотрудники управляющей компании. 2 часа увидели это, услышал пожар. 14:00, да. Услышал сигнал пожарной тревоги на 3-м подъезде. Побежал сюда, как раз подъезжала пожарная на МЧС. Было возгорание, в дальнейшем определили возгорание в мусоропроводе, камеры, возможность подкидываемого бычка.
или кто-то кинул бумагу подожженному мусорству. Затушили 16 этажа, тушили с помощью пожарных гидрантов. Благодаря тому, что сработало оповещение пожарной сигнализации, пожарные прибыли вовремя. Люди и имущество не пострадали. Испорчен лишь мусорный контейнер, который сотрудники управляющей организации пообещали восстановить в ближайшее время. Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают граждан о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не бросать горячие бычки в урны и мусоропровод. Декабря в 9:30 на Киевском шоссе произошло ДТП. Инцидент случился из-за невнимательности одного из водителей. Мужчина за рулем автомобиля марки «Опель» остановился перед зоной пешеходного перехода. И в этот момент произошел удар в заднюю часть кузова от микроавтобуса марки «Фольксваген». Удар получился достаточно сильный, машины существенно повреждены, но, к счастью, участники аварии не пострадали. А вот ближе к вечеру в полицию за помощью обратилась пожилая женщина. Пенсионерка сообщила, что ее обокрал родственник. 33-летний мужчина со своими друзьями зашел в квартиру к потерпевшей и стал требовать деньги. В результате, отобрав у старушки 13 тысяч рублей, он незамедлительно покинул жилище. Сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого и опросили соседей. Расследование по этому делу продолжается. А рано утром 13 декабря в старой части города на проспекте Ленина на пешеходном переходе иномарка сбила пешехода. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля марки «Тойота» совершил наезд на пожилого мужчину. Сотрудники скорой помощи, которые приехали на место происшествия, осмотрели гражданина. Он получил множественные ссадины и черепно-мозговую травму, после чего его доставили в больницу. Вот и все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренный выезд» и другие передачи телеканала «Обнинск ТВ». Адресная строка в интернете – obninsktv.ru. А самые интересные и захватывающие видеокадры, снятые вами, вы можете прислать на электронную почту. Берегите себя и до встречи!